Эдгар Берроуз, американский писатель, известность которым принесли произведения «Тарзан» и «Марсианские хроники». Писатель входит в число самых знаменитых авторов XX века. Создатель фантастических романов и детективов был знаменит еще при жизни. Книги Берроуза легли в основу популярных кинокартин. Эдгар Райс Берроуз родился 1 сентября 1875 года в семье бывшего военного. Окончив Мичиганскую военную академию, писатель понял, что военная карьера не для него, и благодаря связям отца был демобилизован. После этого он работал продавцом, золотоискателем, полицейским, клерком, бухгалтером. В 1911 году, не найдя для себя подходящей работы, начал писать фантастический роман «Под лунами Марса», который спустя некоторое время был опубликован. Второй роман Берроуза открыл самый популярный его цикл «Тарзан. Приемыш обезьян». В 1918 году он смог на гонорары купить ранчо в Калифорнии, который назвал Тарзанья. Особенно значительный вклад писателя в жанр планетарного романа, а также в жанр фантастико-приключенческих повествований о затерянных мирах и цивилизациях. Всего Берроуз написал 11 романов в цикле «Марсиане», 26 романов о Тарзане, 7 романов о находящемся внутри пола Земли Пелиссюдаре, 4 романа о Карсоне Непире и его приключениях на Венере и множество других книг, среди которых есть вестерны, исторические романы о каменном веке, средневековье. Во время Второй мировой войны Берроуз был самым старым и самым знаменитым военным корреспондентом на Тихоокеанском театре военных действий. Эдгар Райс Берроуз скончался 19 марта 1950 года у себя на ранчо.